Приветствую всех смельчаков, которые готовы взглянуть правде в глаза и узнать свою самую отталкивающую черту характера. Тест не претендует на звание самого точного, но ошибается очень редко. Для того, чтобы пройти тест, вам нужно будет выбрать одну из картинок. При выборе картинки вам не нужно долго думать и искать логику. Достаточно один раз взглянуть на изображение и выбрать самое привлекательное. У вас есть 10 секунд. Зеркало – это нарциссизм. Скорее всего, у вас высокая самооценка. Порой вы забываете о других людях и зацикливаетесь на себе. Вы чрезмерно восхищаетесь собой и своими достижениями. Кресло – символ жадности. Вы стремитесь к власти и богатству. Вы недовольны тем, что у вас есть и хотите больше. Но прощаться с вещами вы тоже не хотите, даже если они вам не нужны. Змея – это символ зависти. Вы не можете искренне радоваться чужим успехам, потому что не можете смириться с мыслью, что у кого-то что-то получается, а у вас нет. Это также применимо и к материальным ценностям. В вашей голове регулярно всплывает мысль, что у других все лучше, чем у вас. Ботинки – это символ макиавеллизма. Что это такое? Вы не брезгуете пойти по головам и применять манипуляции для достижения своих целей. Вы не считаетесь мнением других и преследуете только собственные интересы. Нож – это символ озлобленности. У вас есть некоторые проблемы с контролем собственных эмоций, особенно гнева. Часто вы бываете злым и вините в своих неприятностях других людей или обстоятельства. Как вам результат? Совпал ли он с тем, что есть на самом деле? Обязательно делитесь своим мнением об этом тесте в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.